Теперь о ДТП. Сегодня около 4 часов дня на проспекте Революции в Рыбинске столкнулись два автомобиля. Дорогу не поделили Opel Astra и Газель. По словам очевидцев, водитель грузового автомобиля остановился, чтобы пропустить встречный транспорт, а после повернуть в жилой квартал. Правда, сделать этого он не успел. Сзади его догнала иномарка. В результате столкновения «Газель» развернула на 90 градусов. Водитель легковушки получил легкие травмы, а его машина серьезно пострадала. Я стоял, пропускал, стоял, а он меня или прозевал, или здесь кто-то стоял, не знаю я, как получилось. Куда, я ж не вижу сзади удары все.